Небольшая, но очень уютная студия в кондоминиуме в Utah Lake 2B на высоком этаже с хорошим видом на город, небольшим кусочком моря. Студия небольшая, но очень просторная из-за большого количества зеркал и грамотной планировки. Я, честно говоря, стараюсь не попасть в них. Это тяжело. Видите? Оборудовано всем необходимым. И весьма приемлемо для аренды на долгий срок, потому что цена невысока. Вот вид с балкона. Это не солнечная сторона.